12 июня отмечается День России – один из самых молодых праздников в стране. Впервые он стал торжественной датой 12 июня 1992 года. Но до 2002 года назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Наш корреспондент поинтересовался у жителей Твери, знают ли они, каким событием в нашей истории приурочен праздник и как они планируют его отметить. В 1990 году 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете России на Первом съезде народных депутатов РСФСР. В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР эту дату объявили нерабочим днем. Через три года указом президента 2 июня 1994 года этот день объявили государственным праздником. Официальное название «День России» закрепился только в 2002 году. На улицах областной столицы мы узнали, что известно тверичанам об этом празднике. День России. А к чему он приурочен, знаете? К нашей России. День независимости. Не знаю. Конечно, День России. А почему именно он? Без понятия. Не знаю. В честь чего организован этот праздник? Независимости нашей страны, наверное. Ну да, День России. А как же будет? У нас хороший большой праздник. Ну, думаем, что наша Россия будет всегда крепкой. Мы будем стараться, чтобы дети наши жили в счастливой стране. Обычно в этот день проходят массовые народные гуляния, спортивные мероприятия и концерты, а завершает день красочный салют. Кроме того, в День России президент Владимир Путин вручает госпремии за выдающиеся достижения в сфере науки, технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса традиционные массовые мероприятия запланированы в онлайн-режиме. Конкурсы, викторины, флешмобы, концерты, видеотуры по музеям. Домой поедем, на родину. В нынешних условиях мы очень часто работаем, мы работаем в медицине. На самоизоляции. Останетесь дома? Да. Ну, в кругу семьи. Ну, может быть, на природу куда-нибудь сходить. Правда, сейчас в связи с такой ситуацией, но в кругу семьи. Ой, дома встречаем гостей. Угу. Да, из Москвы. Теперь будем ждать здесь у себя. Как мы по-русски всегда праздновали. Накануне празднования Дня России областная столица, как водится, была украшена государственными флагами, праздничными плакатами и транспарантами. А 12 июня все жители могут присоединиться к всероссийским акциям, посвященным празднику. Например, эстафете «Русские рифмы», которая проводится в формате онлайн. Участники акции записывают на телефон стихи или отрывки из произведений русских классиков, а затем выкладывают видео в интернет с хэштегом «Русские рифмы». При этом эстафету нужно передать трем друзьям. В праздничный день состоятся и другие мероприятия, но, разумеется, с поправкой на пока еще актуальные меры безопасности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.